Я Макс Тусинов, рыбак. Сейчас я на рыбалке, и вот мы тут горим. Со мной сегодня мои подписчики Стиви, Катя Македонский и Виталий Муллер. Стиви, блядь, Стивчик вообще-то. Всем привет, мамуля, я в Ютубе. Помаши Катя, ручкой. Да-да-да, вон, вот, вот это, произошла такая неловкая ситуация. Я рыбачил и просто наступил на огонь и получил пизды. Сейчас тут все горит, вся рыбалка. Никто не видит, я один это вижу. Я сейчас горю как чмо, чтобы вы понимали, что я, блядь, горю и вижу огонь ебаный. Ну, чтоб вы потом на видео посмотрели и послушали. Да, здорово, парни, это я, якутца. Лучше прокат тусин, я сейчас горю нахуй. Нет! Обезглавить? Обоссать. Блять, и сжечь. Дайте таблетку от головы, ПЖ. Дай таблетку от головы, ПРУ. Да похуй. Зато у меня есть. Самая лучшая аптека напротив бани, самые дешевые цены. Юлечка держит. А сколько там стоит? Сколько? Там вообще сколько копейки. 3-4 тысячи. Напротив бани? Да. Спасибо. Не за что. А давайте купим аптечек, обезглавимся, обоссым и сожжем. Вот она, эта ебаная аптека бубанная. Сколько? У Юны Куатра. Ну ладно, не Юля, а Юна. Сколько? 3000, 4000 говорил. 4000, две аптечки. Маски. Адреналин. Может, адреналин один купить, посмотреть, потестить. Мужики, я хочу потестить этот адреналин. Въебите меня кто-нибудь. Ну просто встретите, наебашьте меня. Используем адреналин. Используйте его во время того, как вы будете в состоянии при смерти. Сделайте состояние при смерти, мужики, блядь. Ну сами погибаете. Надо обесклавить, обоссать и жечь. Нами повалят то кафеки, я за завтраком усну навеки. А вот это фэ, моя страна, бухой ребенок, наплевавший варежку. Эй, холодно в снегу, эй, я бензином обливаюсь, го. Пирма, пирма.